Опасный маневр. В центре Екатеринбурга автомобиль вылетел на тротуар, сбил пешехода и въехал в цветочный павильон. Флористам повезло, что в момент аварии в торговой точке никого не было. Сюда никто не мог зайти, в том числе и я. Мы долго стояли, ждали полицию, поэтому мы не могли как бы, ну, работать в полной мере. И, ну и в салоне холодно, естественно. У нас и так холодно, а сейчас вообще как бы холодно. По предварительной информации, водитель «Матиза» пытался повернуть направо из среднего ряда. Во время маневра он врезался в едущий в попутном направлении «Опель». После столкновения иномарку отбросило на тротуар. В результате ДТП пострадал пешеход. Он был доставлен в больницу с переломом руки и ушибом бедра. Госавтоинспекция проводит проверку и напоминает автолюбителям о соблюдении правил дорожного движения.